Идем ва-банк, пацаны. Доста, дойди. Доста? Доста, дойди. Всем привет, дорогие друзьяшки. С вами Леон и Алена. Алена. Алё. Это Яна. Лёва. А вы знаете, ребятки, чем отличается пионер от сосиски? Сосиску надо варить, а пионер всегда готов. Сегодня, ребятки, мы вернулись обратно в Dota Mix 2. Микс Дота 2. Короче говоря, ребята, это как КС-рулеточка, только по вещам Доты. И естественно, здесь все гораздо дешевле. Поэтому здесь 100 рублей можно крутить так долго, что просто охренеть. Но что самое главное, эти мини-игры, они такие веселые, что ходишь в азарт, и тебя отпускают только тогда, когда у тебя уже деньги кончаются. Вот. Это если отпускает. Закидывайте еще 100 рублей. Короче, неважно, как мы, собственно, сделали. А давайте я вам покажу такую штуку, которую мы в прошлый раз не показывали. Это лотерея. Здесь можно купить себе сундучок, и тебе на рандоме выдаст какое-то количество предметов, допустим, вот здесь вот от 5 до 40, 80, 160, 300, 640. Это целых 1000 рублей стоит, ну нахрен. Вот. Или можно получить какой-нибудь случайный мификал. Мы знаем, что мификалы выпадают иногда по 3 рубля, ну нахрен 49 рублей тратить, это не такое дело. Вот можно, допустим, 5 вещей, допустим, давайте вот 5 вещей купить. Оп! Ультразвук, блин. Окей. Ну вот на рубль мы на рубль в плюс. На рубль в плюс вышли. Вот. Давай 10 рублей. Давай 20. 20 вещей. Ну у нас вот 100 рублей я закинул. Окей, можно вот купить 20 вещей. Окей. Так, и что нам там выдало? Причем вещи реально рандомные. Может даже вроде как и аркана выпасть, но что-то с трудом. Пока не выпадает. С трудом верится, но ладно, будем надеяться. Давай переведем в бонусы то, что у нас осталось. Вот. Окей, так, бонусы. Ну как-то да, через посюда. Вот мой счет, и здесь вот, нет, а как бы купить бонусы? Купить вот. А вот, купить бонусы, вкладочка, да, можно. Значит, мы за 50 рублей покупаем 5000 бонусов. Значит, и 100 бонусов в подарок. И 100 бонусов, да, в подарок надо бежать. Да, да, вот так все. Обмен произведен. Славно. У нас осталось 15 рублей. И, в принципе, еще есть здесь такая штука, как джекпот. Правда, он, зараза, вроде как... да, вот джекпот. Это типа закидываете сюда вещи, к примеру, да, или деньги. И кто больше всего закинул по сумме, тот, собственно, и победил. Давайте, ну, не знаю, это такая сомнительная, меня жаба душит. Меня тоже жаба душит, но вот давай... иногда, знаешь, прокается 1%. Давайте попробуем... Ну, давай вложим. Вложить еще предметы. Ну, вот у нас давай все... вложим вот, который у нас по 2 рубля. По 2 рубля? Всегда у нас так-то много вещей по 2 рубля. Да, так-то у нас... Ну, еще. Меньше. Ну, еще вот, допустим. Ну, еще вот, верхнюю строчку вообще. Там сейчас все, короче, все вот так вот закидываем нафиг. Все. Вот вложить, все закидываем. Дейтс пэтс. А так. Это 19 рублей. Ой, ну, у нас 4%. Ну что, с 4% вывезем? Может, вывезем. Давай попробуем. А так. А какой максимум? А, максимум 46%. Нет, возможно, он рублей. И выиграет. И... Нет, он не выиграл. И выиграл. Чувак, вообще смотри, сколько процентов там? 6%. Он выиграл. Обалдеть. Но мы вложили больше. У нас был 4%. Ну, ладно, короче, вот так вот здесь тоже можно просирать денежку. Поэтому я вам не советую этого сделать здесь. Значит, ну, хотя на вкус и цвет, может... Кто-то любит, когда прокает на малых процентажах, на вкус и цвет. На. Я не такой мазохист. Есть еще спот бета, я до конца не понял, что это такое. Вроде как это новый режим, и здесь можно купить билет. И тут может выпасть вещь за 11 тысяч. И тут может выпасть вещь с каким-то шансом, аркана, тут вот вам может выпасть какие-нибудь редкие предметы. Ну, давай купим какой-нибудь. Купить предмет? Ну, за 10 рублей. За 10 рублей? Ну, давай купим, вот может повезет. Осталось билетов. Ну, давайте, занять случайное место. Ну, давай, занимаем случайное. 10 рублей. Ну, 10 рублей, давайте, вот у нас как раз и вот 5 рублей. Так, и чё? И чё, мы заняли... А, смотри, чувак там несколько билетов купил, то есть можно... А потом, я так понимаю, будет та же рулетка просто. И рандомно выберет. Да? Да. А как мы узнаем? Можно было вообще, ну, типа как лото, знаешь, вот... Фига там Пушкиных. Ну-ка, ниже. Фига тут Пушкиных. А, вот. Вот смотри, 6 мест занял, 5. История розыгрыша занял первое место. Это я... Одно место занял. Одно место. Кто-то 5 мест занял, он по 4 места.
я же брал основное место, мне первое место дали. Ну, в общем, вот видите, здесь вот все это есть. Фигай. Я, правда, не знаю, вот мы сейчас место заняли. Ну, это ждать, наверное. Это надо ждать, когда разыграют, и, возможно, мы выиграем Аркану на Зевса. У меня, кстати, Аркана на Зевса еще не было. Это же тучка, Алена, та самая тучка, помнишь? Да на что это хреново тучу денег? Да, на самом деле, ну, да. Но есть и вещи, которые стоят подороже. Вот, а самое веселое это, ребята, вот, Тетрис. Мы прям вообще оторваться с нее не можем. Она такая веселая, что играем и играем. Вот, закидываем 500 бонусов, 5 рублей. И вот начинаем наяривать. Так, опа, все, поехали. Тихо. Ты что так торопишься-то? Ну, я вот просто смотри. Мы вложились, смотрите, сейчас 500 бонусов, а теперь вот самое ответственное, это то, что мы, допустим, вот сюда вот нажимаем, и оп, и мы уже 1000 бонусов забираем. Оп, так, оп. Замечательно! Вот, то есть очень-очень прикольная штука. Я вот с нее вообще тащусь. Можно, конечно, поменять вещами. А вообще, знаешь, можно сделать вот так, допустим. А ты хочешь все вещи? Да, давай, вот смотри, я сейчас все вещи просто возьму, выделю. Да и что? Я не думаю, что от этого шанс выиграть повесится. 25 смотри, 25 рублей, стрим, нажимаю играть. И знаешь, что на самом деле происходит? А, вижу. Сумма розыгрыша увеличивается, прям вообще жесть. И главное не обосраться сейчас жиденько так. А, так, смотри, мы уже хорошо идем. Я не смотрю. Ты не смотришь, да, смотри, вещами. Не хочешь, да? Смотри. Опа! Идем, хорошо идем. Нет, ты просрал! Все вещи просрал! Ну, кто не рискует, тот не пьет йогурт. Вот, черничный, кстати. Вот и не пьет. Ладно, досада. Ну, мне всегда нравилось вот так вот по мелочи, бонусами. Так, тинь-тинь-тинь-тинь. Все, забираем, все. А пойдем лучше в эту лотерею. В лотерею хочешь? Давай, значит, лотерея с... Мне вот она нравится. Нравится, да? Точно нравится? Сейчас вот. Немножко, давай хотя бы до 10 тысяч бонусов поднимем и там... До 10 тысяч бонусов хочешь здесь поднять? Мне кажется, здесь не получится. Ну ладно, давай. Получится, давай. Попробуем, так вот ставим. Оп. И поехала в шарманка. И ну давай, дорогая, случай, может быть, когда-нибудь, да вот лишним не будет, короче, предмет за 1 рубль, замечательно. Ей, за рубль 88, попрошу заметить. Да, рубль 88, здорово. Давай еще 500 ставь. Ладно, ставь, говорю. 500. Вообще мы заметили такую тенденцию, что реально здесь, если поставить больше 5 рублей, то шанс вроде как увеличивается все-таки. О боже, Аркана! Удар моржа, случайные 10 вещей. Ну-ка. За 3,5 рубля вещь, видел? Видел. Видел, давай ставь ее. Видел, ставлю. Все, 5,40. Нойс. Нойс, ты вообще его не хочешь, чтобы у тебя вещи были, ты все их спускаешь? Да, я, у меня есть свой инвентарь в доте, и здесь просто мне нравится сам процесс. Просто я пока не взорвалась, крути еще раз. Ой, нам дали еще один шанс. Да? В смысле? А, то есть... Это типа пустая ячейка? Это типа разболтал, но не смешивать. Понятно, блин. Это алхимик засранец. Так подожди, а вещи-то не исчезли? Вещи не исчезли, да, кстати. Очень хорошо. Но я уже бонусы поставил. Люся. Случайная вещь. Ну-ка. Не. Кританул. Что такое кританул? Ну, типа, выбил крит, там, типа, урон увеличенный от одного удара, там... А ты в доту не играешь, вот ты... Ну и сиди молчи, женщина, а да? Вообще, кстати, это не только в доте, так что... Не слышу. Еще раз кританул. Я уже думала, это же... О, боже мой, это Аркана. Я тоже думаю, боже, это Аркана. Ну ладно, давай еще раз. Вот давай, это... почти 6 рублей. Ну сейчас это должно выпасть просто вот 20 случайных вещей. Ну давай, нет, там я же есть Аркану. Где 500 случайных. Я Аркану хочу. А я не хочу. Бонусы. Мистика, 1000 бонусов. Ну, вот. Ну, в принципе, тоже неплохо. Плюс давай вещами пока. Вещами, нифига да? Нифига не в плюс, у нас было 6 тысяч до этого. Так, всё, что сделать, если вот так вот, вот и вот так. А, короче, наверное. Ты хотел ровно 5 рублей? Я хотел ровно, ну, чуть меньше, чтобы копеек было меньше. Ну, неважно, сейчас. Да ладно, что нам эти копейки? Сяо-ляо, давай что-нибудь! Один хорошо, два лучше. Два предмета дали. О, нормально. Сейчас ими же и сыграем, да? Да. Ваш выигрыш. Я понял. Так. Я вас понял. Я вас понял. Оно меньше на 30 копеек. Да, они хотят нас нахитрить. Очень сильно хитрить. Давайте, ребятки. 500 случайных вещей. Я только не 100 бонусов, иди нахрен. Митрофит, господи. Что такое митрофит? Ну, типа, знаешь, если вы мне не отдадите мит, я пойду проигрывать специально вам игру. Вот,
что-то в таком. Ну, типа, жестоко. Типа, я уйти, смотрите, я хочу на мид. А тебе говорят, ну, мы уже пикнули мида, а чё, ай, ничего, блин. Ну, и, короче, идите в жопу, а не дота. Чё-то дота это слишком сложно, я смотрю. А, изи! Вот это ты знаешь. Изи, это мы знаем, ребята. Это вот просто вот... Это жопа. Это нахрен, не хочу. Забирай. О, последние вещи. Так, ну и можно закинуть 200 бонусов. Что эквивалентно двумя рублям. Двум рублям. Я помял рублям. Ну блин, раньше мы больше поднимали. 100 к 1 обмен каждого рубля на 100 бонусов. Ну нахрен. Wow. Что-то мы хотели здесь 10 тысяч вывести, да? Да. Ну давай еще разуливаться. Я... Гей, так. Вот Алене нравится рулетка. Угу. Вот еще бы везло бы в этой рулетке, блин. Ну так-то, в принципе, иногда везет. Только не изи! Получи 1 рубль, охренеть. Счастливчик. А вот он такой, знаешь, весь такой золотой, такой, я уже смотрю, думаю, о, нож выпал. А на деле 1 рубль. Нет, я вот что-то, меня не отпускает. Все, слушай, меня понесло. О, ты понял, да? Ты ощутил силу рулетки? О боже, Аркана проехал. 10 тысяч бонусов, слушай, я хочу эти 10 тысяч бонусов. Ставка была увеличена в 1.5 раза, то есть 250 в плюс мы ушли. Давай. Крутись. Вы представляете, ребята, на 100 рублей сколько можно веселиться в этой рулетке? Нет, лишним не будет. Да все говно, изи говно, и лишним не будет говно. Засунь. Не, давай, оставь. Оставить? Типа, что это такое? Это загрузочный экран, да? Оставь, я сказал. Ну ладно, все. Подавлять. Так, окей. О боже, Аркана проехала. Просто мистика. Да счастливый один. Короче, все. Ошибка сервера. Он не хочет тебя отпускать. Все, окей. Окей, ребят, мы вернулись обратно к Тетчесу. Тетчес, по-моему, это самый беспроигрышный. 700 ставь. 700. 700, ну ладно, давай 700. Собственно, мы берем, жмем вот так вот. Просто и где-то мы там в плюсе, понимаете? Просто вот, все, вон, нормально. Не, ниже, смотри, 5900. Вот, а пришли мы сюда, 4000. Короче, вот ставь еще 700. 700 ставь. Угу. Слышишь меня? Угу. Все, играй дальше. Сейчас, подожди, мы в минус сейчас ушли, да? Не-не-не-не, вот настоящий наш баланс. А, вот наш настоящий, блин, я сюда смотрю, ребята. Да, вот это вот сверху, оно с задержкой. Смотрите сюда. Вот, значит, мы сейчас уже поставим... Гадский рот! Ладно, давайте еще раз пробовать. Так. Теперь ты должен дойти. Абака! Тетчес, он такой засранец. Вот вы знаете, когда в доту играешь за Тетчеса, вот точно так же. Тетчес! Раньше Тетчес был другой. И потом его пофиксили маленько. Маленько, всем чуть-чуть. До 12 дойди. До 12? Может, до 15? Давай. Забирай. Забираю, все. Я хотел сюда кликнуть, прикинь. Вот женщина твоя. Молодец. Чудо, а не женщина. Чудо-вумен просто. Слушай, а может мы до 10 тысяч так все-таки выйдем? Че, ребят, выйдем до 10 тысяч? Да. Ну что тогда? 700 ставь. 1К поставил. 1К. 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 Тогда. До 25 дойдешь? Я не дойдешь, знаю. Дойдешь до 25, давай! Все, забирай! Нет, не надо! Забираю! Еееее! 7 тысяч, понял, давай еще кастай. Подожди, если я правильно понимаю, 10 тысяч бонусов это те самые 100 рублей, которые мы вкинули в начале, да? Да. Да. Вот. Окей, тогда мы еще здесь один к, давай. По-крупному играем! Давай, Лев! Не везет! Лев, давай! Лев тебе везет! Давай еще! Еще один! Женщина моя! Что она творила? Азарт он такой! Мы прокатили 1К бонусов, а выиграли. Ладно, все, я молчу. Все, так, окей, пробуем еще раз, пробуем. Фак! Знаешь, а пожалуй, на этом мы закончим. Нет, давай еще 1К. Ладно, последний. И дойдешь до 20. Давай 5К поставим, просто вот 5К, все, мы играем, понимаешь? Просто вот все, ва-банк. Идем в банк, пацаны. До 100 дойди. Все. Забирай нахрен. Забираем нахрен. Десять тысяч, ребята, мы это сделали. Да.
Да, все. А теперь ставь все. А теперь, нет, я не буду. Все, все, нет, мы... нужно уметь останавливаться, Ален, все. Это... азарт надо убавлять, надо уметь убавлять азарт. Все, мы 10... Смотрите, ребят, мы сегодня те самые 100 рублей, вот 10 тысяч бонусов, да. Мы их крутанули, да. Да, все крутанули. Потом на них, на этом же сайте, мы можем потом в лотерее... А может, вещи и накупим? Можно купить... Вот подожди, вот магазин. Вот лотерею, смотри, нет, вот даже лотерея. В магазине это... А давай купим какой-нибудь... Давай, давай, а... Можно же бонусами расплатиться, давай получить случайный набор. Купить набор. Да, там ну-ка. Можно бонусы. 8 задачных денег. А, он за рубли, он за рубли продает. Ну нет, там можно было же бонусы. Это не здесь, да, это где-то в другом месте можно было за бонусы расплатиться. Джекпот. В любом случае, эти же бонусы можно потом реализовывать вот здесь, наверное. Давай поставим все. Так, а здесь, по-моему, здесь все-таки вещами. Ну-ка, кто выиграл? Ну-ка, давай, блиц, нет. Нет, блудсикер выиграл, окей, ладно. Ну, конечно, у него 50% было. Это база фукинг щек. А, нет, по-моему, здесь все-таки предметы вложат. Окей, тогда мы можем выигрывать вот здесь эти бонусы. Да. Давай все просрём, а сейчас. Сейчас просто взять все? Да. Нет, знаешь, как обидно будет? Ну, нахрен. Нет, давай назовём... Не все сразу, а по 500 также. Ну вот смотри, я 600 сейчас поставлю, вот мы сыграем, это будет последний раз, потому что нам пора заканчивать. Вот, может быть сейчас нам выпадет аркана, а может быть и нет, но в любом случае я уже доволен, мы целых 100 рублей просто мистика, слушай, мификал, и какое-то говно, а не мификал. Поэтому, давай ребят, давайте знаем на будущее, что если мы хотим здесь купить вот этот вот контейнер с мификал, да, мифика случайно, он стоит 49 рублей, знаете, ни хрена. Он здесь не стоит 49 рублей. Вот уже легендари можно как бы открывать, да и Immortal, наверное, тоже. Скорее лучше даже Immortal покупать, чем Mythical. Там баночка себе. Потому что Mythical, вот как видите, стоят иногда 3 рубля. И нифига не окупаются. Вот. А на этом все. Вот. Замечательно, сегодня 10 тысяч бонусов мы выиграли. Еще хочешь, я понимаю, но нужно уметь останавливаться, да. На этой замечательной нотке. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Если вам понравилось Dota Mix, ставьте лайк. Вот. И, в общем, всем удачки, всем тортик!